Анапа, мапа Гаргипе. История города длиной в 2500 лет. Организаторам удалось донести немеркнущий свет Эллады, а именно так называлось шоу, до каждого зрителя. Под впечатлением оказался и почетный консул Греции в Новороссийске. К главе Анапы обратился на хорошем русском, но вспомнив первое название нашего города. Уважаемый глава города Гаргипе, выражаем вам благодарность за ваше гостеприимство, а также за освещение древнегреческого наследия города. Сегодня Анапа – современный курорт. Динамики его развития, особенно в последнее время, по мнению спикера законодательного собрания края, можно только позавидовать. Я часто бываю в Анапе и вижу, как город меняется, становится краше, как много строится, как озеленяются улицы и площади, благоустраиваются пляжные территории, развиваются новые виды и формы туристических услуг, курортная отрасль на высоте. Я думаю, что у Анапы прекрасные перспективы. О перспективах Анапы в этот вечер говорили не раз. Уникальный климат и природные ресурсы позволяют обеспечить качественный отдых и оздоровление. Говорилось в приветственном адресе губернатора, который зачитал заместитель главы края. И эти преимущества нужно использовать максимально эффективно. Желаю всем гостям и жителям курорта незабываемого отдыха, хорошего настроения и отличной погоды. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Приветственный адрес передан главе Анапы. Юрий Поляков завершил официальную часть, дав старт началу нового курортного сезона 2018. Вот это аванс для всех, для нас, для того, чтобы мы работали и сделали курорт настоящей здравницей, солидной и красивой. Курортный сезон 2018 открыт, уважаемые гости.